Где-то в чикен канализации. Ребята, мне уже от этих замоков мурашки по коже идут. Тут где-то из канализации зомби. Кто они такие? Наверное, новые зомби. Да, ребята, так круто, что вы их там мочите. Ну, вы бы лучше мне помогли. Тут зомби-паук. Фух, мы выжили. А теперь поможете мне? Ребята, смотрите, один из этих замков прицеплен к стене. Наверное, тут что-то такое было. Ты базука мне мешает. А, хорошо. Один из них зомби-паук. Надо нападать на них. Ты молодец, да. Где-то в заброшенном фабрике чикена. Блин, ага, вот ты где. Сам ученый Замаков. Нашего одного товарища съели, походу. Блин, что это за звуки? Это, вы сейчас попадете в битву с боссом. О нет, не, Боже, тут такие же самые звуки. Сейчас кто-то появится. Это же тот самый зомби. Я его когда-то видел. Он сначала был без шапки, теперь в шапке. А, это броня для головы. Наверное, броня для головы. Офигеть. У меня есть план Б. Стреляй! У него броня. Что ж, у нас есть другая базука. На, получать. А теперь стреляем на середину. Фух, мы телепортируемся обратно. Ну все, ученый. Ой. А у нас у тебя есть пули, чтобы он был нормальным, и все проклятие зомби ушло. Да, получай. Спасибо, вы меня спасли. Не за что. Ну-ка, посмотри по телеку, все проклятие ушло. Да, все чикены живы. Конец серии.